Я тоже люблю эту страну, Норвегию. И действительно, кто первый раз бывает там, бывает поражен просто числом людей, которые бегут, которые плывут, ездят на велосипеде и так далее. Но давайте я немножко расскажу, вот, собственно, о тех вещах, которые меня очень интересовали в тот момент, когда я заключил контракт в норвежском клубе Halden Ski Club. Это клуб, который включает в себя несколько видов спорта, мультиспортовый клуб, да, если так выразиться. И он, Halden Ski Club, одна из старейших организаций на Земле, спортивных организаций, старее, чем Олимпийский комитет России. То есть была еще в 19 веке создана и создавалась именно как клуб для лыжных гонок и прыжков с трамплина. Но произошло некоторое изменение климата, и потом акценты сместились. Сейчас этот клуб широко известен во всем мире как один из самых сильнейших клубов наряду с финским Калеван Расти по спортивному ориентированию, и в клубных эстафетах это доминирующий клуб. А помимо этого там есть подразделения, ну, собственно, лыжников, велосипедистов, скалолазов. И число занимающихся людей в этом клубе, оно составляет 800 человек, чуть меньше 800 человек. То есть это членство такое достаточно представительное. И в целом, если посмотреть, да, вот эту мою мотивацию, которую, когда я уехал жить на эти 2 года в Норвегию, то мотивация в том числе заключалась в том, чтобы понять вот суть вот этого феномена, да, норвежского, почему такая крошечная страна, 5 миллионов человек, это треть населения Москвы, доминирует в стольких видах спорта, особенно на выносливость, это и академическая гребля, и лыжные гонки, и биатлон, и конькобежный спорт, ну, я там молчу про горные лыжи и некоторые другие виды спорта. То есть для такой маленькой страны видеть такую феноменальную концентрацию мега-талантов, да, которые на Олимпийских играх борются за золото, это, конечно, было для меня удивительно. И я постарался найти ответ на вопрос, в чем, собственно, вот секрет такой системы. И ядро системы, да, ее, можно сказать, кирпичик, это клубная система. Если у нас регион – это структурная единица, в рамках которой там происходит некая подготовка там спортивного резерва и элитных спортсменов, то в Норвегии это клубы. Обычные любители, такие как мы с вами, которые там эпизодически включаются в спортивную жизнь, так и элитные спортсмены мега-уровня, они львиную долю своего времени проводят в рамках клубной системы. И число клубов, ну, невообразимое. То есть в том же вот Халдене, да, это город на юге Норвегии с населением 30 тысяч жителей, 3 клуба по спортивному ориентированию, клуб по легкой атлетике и клуб по велоспорту еще. Но, причем я сказал, что Халден, он включает в себя подразделение, как помимо ориентирования основного направления, вот, в котором я работал, включает в себя также и ряд других направлений. И, собственно, спорт этот частный. Фактически элитный спортсмен, он будет настолько успешен, насколько он найдет удачный для себя клуб. Удачный в каком плане? В плане финансирования, в плане экономики клуба. О чем идет речь? О том, что фактически львиная доля финансирования спортсменов элитного уровня, оно собирается на местах. Клуб берет на себя такие менеджерские функции и с локальных спонсоров помогает спортсмену сформировать финансовую базу его развития, да, в спорте. И кроме того, клуб – это спарринг-партнеры и условия по тренировкам фактически. Поэтому любой спортсмен, выросший в той или иной местности, рано или поздно, занимаясь спортом, начинает планировать какие-то более оптимальные варианты для себя с точки зрения смены клуба. А, ну вот, кстати говоря, обратите внимание, вы видите здесь эти картинки вот этих прыжков с трамплина. Ну, это просто, конечно, там поразительно, как там в те стародавние времена, больше века назад, там прыгали на этих таких ужасающих лыжах и еще и приземлялись, помимо того, что прыгали. Какая-то, ну, какой-то простой
пространство со спортивной инфраструктурой или что это такое клуб? Ну, как правило, центром клуба является клубный дом. И в рамках этого клубного дома происходят периодические встречи, там, начиная от каких-то значимых для клуба событий, там, anniversary, да, там какая-то такая дата образования клуба или какие-то собрания по выборам. То есть это общественные организации по своей сути, да, базирующиеся там. У них есть определенная материальная база, там инвентарь, и, как правило, там откупленные, то есть им принадлежит земля, какие-то объекты инфраструктурные. То есть если Швеция, это там вы можете в любом месте там пойти в лес, там остановиться, там ночевать в палатке или собирать ягоды, то, скажем, в Норвегии это совсем другое дело. Там все приватизировано, и вы там уже должны спрашивать разрешение там собственника земли, там клуба или фермера, чтобы там остановиться там в этом лесу или там просто даже там побродить в поисках ягод или грибов, что называется. Вот, поэтому, да, вот и вот это клубный дом, я вот здесь тут изнутри сделал фотографию на одном из клубных собраний. То есть старинное здание еще там с 19 века, там, где происходят многочисленные собрания по тому или иному поводу. Но давайте немного подвинемся дальше. Как маленькая Норвегия, да, может побеждать такие крупные, богатые страны, где спорт финансируется на государственном уровне, где там существуют огромные национальные сборные. Ну, например, Россия. Да, вы знаете, Россия совершенно фанатично относится к развитию спорта высших достижений. И, тем не менее, на чемпионатах мира, там, в лыжных гонках, там, в биатлоне, мы видим, что наши спортсмены зачастую с треском проигрывают представителям норвежского, ну и шведского спорта. Да, в Швеции это тоже национальный вид спорта. Вообще, в принципе, в Норвегии как бы пятерка видов спорта национальных. Это, как понимаете, лыжные гонки. Совершенно феноменальный интерес. Вот в офисах, когда идет чемпионат мира по лыжным гонкам, останавливается всякая работа. Люди там ставят проектор или большой телевизор и сидят всем там офисом там, или компанией, болеют за там своих спортсменов, когда вот это событие происходит. Это, конечно, просто феноменальный интерес. И вот одна из причин, почему спортсмены, не имея государственной поддержки, да, как вот у нас там зарплата в «Динамо», где-то там зарплата в регионе, ставка Минспорта или еще, они, тем не менее, вполне способны себе обеспечить на подготовку. Люди настолько заинтересованы вот, в развитии, вообще любят спорт настолько, что для бизнесмена вот, какой-то компании местной выделить там 10 тысяч крон там, спортсмену, да, там, это вообще не проблема. И если он соберет таких с десяток спонсоров там, за логотип на футболке, там, за баннер на сайте там, или за просто какую-то фотосессию рекламную, он обеспечивает себе годовой бюджет на подготовку, и даже не будучи, ну, скажем так, мега уровня, да, но тем не менее имея определенные результаты, разумеется. А какие топ-5 видов лыж? Да, вернусь вот к этому. Про лыжи я сказал, что это просто национальная страсть. И вот совершенно маленькие дети, да, которые я видел там буквально там 5-6 лет, они уже катаются коньковым способом, да, причем осуществляя очень грамотно все там горизонтальные, там, эти боковые переносы тела. Просто это для меня было поразительно, насколько уже там с малолетства у них оттачивается вот эта техника лыжных ходов, то есть это одно из сильных. Биатлон, разумеется, тоже такой национальный вид спорта. Женский гандбол, такая национальная страсть, но сейчас ее подвигает женский футбол. То есть мужской, конечно, тоже популярен, да, то есть, ну, футбол, наверное, везде популярен, хотя я там терпеть не могу ни футбол, ни хоккей. Но женский футбол с большой охотой норвежцы отдают там своих детей заниматься, и он такой на пике подъема вот сейчас, пик популярности такой сейчас приходится. Дальше это ориентирование и прыжки с трамплина. Да, то есть, ну, тут можно спорить, там прыжки с трамплина больше национальный вид или там горные лыжи. То есть здесь можно, конечно, дискутировать, как и любая другая классификация этих топ-5 видов, она, в общем-то,
субъективно в каком-то смысле. Но вернусь к главному. База для селекции огромная, то есть процент вовлеченных в занятия физической культурой и спортом, он просто немыслим. Но такой пример приведу. Я люблю бегать, и когда бегаю, я приветствую там других бегунов, там, привет, здрасте, просто рукой машу, да, и, как правило, когда я бегу, я этого человека знаю, там, или это примелькавшийся любитель, или это какой-то знакомый спортсмен, или еще кто-то, но в Норвегии я тоже, приехав там, начал махать рукой, приветствовать, но потом понял, что мне руку опускать не придется, потому что это просто вот такой непрерывный поток людей на лыжероллерах, бегущих, на велосипедах, там, скандинавской ходьбой. Это что-то, знаете, вот совершенно немыслимое. Вот, даже главы компаний, которые могли бы там на лимузинах ездить себе на работу, они покупают велосипед и едут на этом велосипеде себе на рабочее место. Почему? Люди прекрасно осознают, ни за какие деньги здоровье его не купить. И если не двигаться систематически, не заниматься спортом, то здоровье и хорошее, прекрасное самочувствие, оно само по себе не появится. А отсюда, понимаете, какой интересный момент. Вот при такой тотальной увлеченности решаются и вопросы инфраструктурные. В частности, вот Халден, вот город, где я жил и работал, небольшой, я уже сказал, всего 30 тысяч жителей, я когда жил, было 2 освещенные лыжные трассы, сейчас уже 3-ю лыжную трассу освещенную сделал. 3 освещенных лыжных. Ну, там длины я сейчас не скажу, там, больше километра, каждая из них это точно. То есть, освещенная часть больше километра. Да. Там бассейн, вот прекрасный стадион с современным покрытием, 200 с лишним километров велосипедных дорожек, размеченные трассы в лесу, там для кросса, для горного вот этого велосипеда. И 2 тренажерных зала там с современным оборудованием. То есть это все, конечно, феноменально. Вы скажете, вот государство молодец, да, вот там заботится. Ничего подобного. Вот те лыжные трассы как появились. Одну из них построил Халден. На свои деньги построил Халден на своей территории. После этого обратился к коммуне. То есть это муниципальная, получается? Ну, коммуна – это как бы вот такое подобие муниципалитета, да, пожалуй. И попросил о финансировании. Коммуна закрыла это, фактически выкупила, да, эту лыжную трассу. И все, теперь она в общем пользовании, кто хочет, может на ней тренироваться. А у вас какую сумму примерно обходится содержать эту лыжную трассу за сезон? Ну, с учетом того, что электроэнергия в Норвегии, несмотря на то, что там гидроэлектроэнергия доминирует, да, в структуре энергобаланса, тем не менее, электроэнергия одна из самых дорогих в Европе. Поэтому я думаю, эксплуатация стоит недешево. Потому что там пасмурно почти всегда, там вот эта длинная ночь зимой. Недешево, да. Но люди идут на это. И понимаете, какой вот момент? Люди не чувствуют себя отчужденными от власти. То есть, если это муниципалитет, они видят вот этого бургомистра, который представляет их, они обращаются к нему с вопросами, и вопросы эти решаются. То есть, это меня вот поражает вот в Европе. Вот вспоминаю, я был в Словакии, в Кошице, был такой, там чемпионат мира среди юниоров проходил, и это крупный индустриальный город в Словакии, достаточно значимый. И приветствовать участников юниорского чемпионата мира приехал мэр на трамвае. Один. Ну, там в сопровождении какого-то помощника или секретаря. Походил, сделал объявление там, приветствую вас там на нашей земле, и поехал на трамвае дальше. То есть, вот понимаете, это вот совсем другой уровень отношений к власти, с властью, и поэтому и все стадионы и прочее, это строится вот на деньги людей, они видят, что там они не разворовываются, никак там не распиливаются, а все это воплощается вот в эти лыжные дорожки и так далее. Давайте двигаться дальше. Норвежский образ жизни. Это вот, может быть, малоизвестные факты, я сейчас озвучу, но они, на мой взгляд, объясняют
вот это феноменальное норвежское здоровье, если так выразиться. Тотальное увлечение – это так называемые хитте. Что это такое? Это домик в каком-то богом забытом месте. На берегу фьорда, где-то там в горах за 3-9 земель. Наши хорошие друзья купили там в Лиллехаммере хитте. Ну, там дача, да, можно вот если так подобрать такой какой-то аналог, да, там ни отопления, ни электричества там нет, это просто, ну, вот стены, там, ну, какая-то печка с минимальными удобствами. И каждый выходный, каждый уикенд вот эти наши знакомые 8 часов там едут до этого Лиллехаммера, там, чтобы покататься там на горных лыжах вот этот уикенд и назад вернуться. Или там едут там на этот какой-нибудь фьорд, там тоже бог знает где, который находится, проводят там вот в этой глуши, да, как бы мы выразились, там без, еще раз, ни электричество, там ни отопление, ни что там, жгут костер там и ночуют, радуются единению с природой и затем возвращаются. То есть это норма, то есть понимаете, там обезлюдивают фактически города, да, и, ну, если не считать там мигрантов, которые там Польша, там очень большая диаспора, да, которые там, кстати говоря, криминальную активность повышают существенно, а, да, они не очень заинтересованы в поездках там куда-то там в хитте. Так вот, другой интересный аспект норвежской жизни – это любовь к холоду. Я в свое время читал автобиографию известного норвежца, полярного исследователя, кто скажет, какой... Амундсен, да, Роальд Амундсен, да, один из самых знаменитых, пожалуй, норвежцев, да, наряду там с Улярнером Бьёрндалином и Тором Хейердалом. Так вот, он в свое время начал спать с открытыми окнами, и это воспринималось его близкими как такое что-то такое, знаете, еретическое, что вот он там тратит там калории, да, там и спит с открытыми. А он так готовился к полярным исследованиям. Но на сегодня, да, я вот удивился и испытал это на своей, так сказать, шкуре, это стало повсеместным. Я такой эпизод приведу. Я в Швейцарии, когда был со своим клубом на сборах, Швейцария очень дорогая страна. То есть даже с норвежской зарплатой я везде себя чувствовал, знаете, королем, но в Швейцарии мне приходилось поджиматься, настолько там цены, и мы там в итоге какой-то хостел заселились, где там 12 человек мужчин, все в одной комнате жили, и это поздний октябрь, уже был там мороз за окном, и они открывают на ночь окно, а я как раз спал у этого окна, представляете, и для меня это шоком было, я вот так укутывался, у меня там нос только торчал там снаружи, и им ничего, то есть это считается в порядке вещей. То есть, и, кстати, в доме тоже отопление там плюс 15, плюс 16, там редко там плюс 17 градусов, там ходят в свитерах, там в обуви в какой-то там домашней. То есть это ну, в каком-то смысле очень оправдано. Почему? Потому что усиливает, ускоряет метаболизм. И делает людей более резистентными к разного рода таким болезням. Ну а уж про детей я могу сказать тоже пару слов. В норвежский садик, когда мы отдали нашу дочь, нам сказали, приносите непромокаемый комбинезон и сапоги. Дети проводят на улице весь свой день. То есть, а там дождь идет очень часто. Я помню, в 2011 году в августе начался дождь, и закончился он в конце сентября. То есть вот, ни на день не прекращался, там он бывал ослабевал. Там это, то есть но как бы норвежцы в этом плане непробиваемые. Они, то есть, ну понятно, детей, если их в дождь не выводить на улицу, то они будут вообще там, так сказать, месяцами сидеть дома. И они постоянно на улице, постоянно двигаются. Там такого нет, что там Вася, почему ты там побежал? Там, или как у нас, да, вот это можно услышать, там не бегай, упадешь и так далее. То есть такого в принципе нет. То есть дети двигаются, это их естественное состояние, они бегают, они веселятся, и никто их не отдергивает. Это совершенно замечательная система. Давайте пара слов о том, как, собственно, тренируются. Да? Я уже сказал, что масса любителей и элиты, они тренируются в клубах. И тренер, роль тренера в Норвегии, она существенно отличается от того, что
было у нас в Советском Союзе или в России. То есть если тренер в российском понимании – это человек, который регламентирует многие аспекты твоей жизни, восстановление, программа тренировок, там, какие-то там другие нюансы, то в Норвегии тренер – это прежде всего консультант, с которым там раз в месяц люди встречаются, обсуждают спортсмены какие-то там вопросы. И существенную часть ответственности за свои принимаемые решения, да, в спортивной жизни несет сам спортсмен. То есть это, да, есть, конечно, определенные недостатки. Почему? Потому что наставник со стороны, опытный наставник, он дает очень многое на самом деле. И может видеть вещи, которые сам спортсмен изнутри он не понимает и не видит. Но глобально это содержит и очень важный плюс. То есть человек осознанно подходит к своему тренировочному процессу. Он уже не как исполнитель, да, который берет под козырек и выполняет там эту тренировочную программу, а продумывает ее, сопоставляет ее со своим состоянием и уже принимает решения, может быть, не всегда удачные, но тем не менее эти решения приводят зачастую к хорошим результатам. Но все-таки львиная доля вот этих тренеров, да, которые там консультанты, назовем их так, ну, в привычном смысле слова, они не имеют специального образования. Вот что касается детско-юношеского спорта, то это часто родитель ребенка, который там привел своих чад тренироваться, и заодно он тренирует и других детей в этом клубе. Разумеется, да, мы-то привыкли к другой картине. То есть там, в принципе, кстати, вообще нет оплачиваемых детских тренеров. В отличие от соседней Швеции, в соседней Швеции есть так называемые гимназии, где это очень мощный инструмент вот этого шведского спорта, где такая ранняя специализация начинает, и дети, попадая в эти гимназии, вырастают там до мастеров высокого уровня. То есть в Норвегии принципиально другая ситуация, и тренеры, по сути своей, являются любителями. И для того, чтобы каким-то образом методический просвет вот этот ликвидировать, Олимпия Топин, организация, о которой я пару слов скажу чуть позже, она, аккумулируя информацию о принципах тренировки, издает специальные методические рекомендации. И вот здесь я вам даже ссылочку сделал для того, чтобы посмотреть пример методических рекомендаций для лыжного спорта. То есть для каждого года, там 11-12 лет, вот здесь расписано, какие тренировки наиболее оптимальны в январе, феврале, в декабре, какое соотношение силовых, какое соотношение специальных тренировок, какие объемы, какие интенсивности наиболее подходят для этого возраста. Да? Там, и вы можете найти там 13-14 лет и так далее, вплоть там, до взрослого спорта. То есть это такое очень существенный плюс. И, кстати говоря, СССР в этом плане тоже было впереди планеты, да, все, если так выразиться. Издавалась масса методических рекомендаций. Подготовка разрядника, лыжника, там, подготовка КМС по легкой атлетике и так далее. До сих пор многие из этих книжек сохраняют какую-то актуальность. Да, хотя многие устарели, конечно же. Но Олимпия Топин следит за тем, чтобы эти рекомендации не устаревали, а актуализировались. И люди, каждый человек в Норвегии, он мог этими ресурсами пользоваться. Миша, можно вопрос короткий сюда? Конечно. Получается, детский спорт полностью отдан клубам, и они сами там как хотят, так и занимаются, могут использовать эти рекомендации, могут там не использовать. Да, да. То есть он никак не регламентируется государством? Нет, никак. То есть соревнования детские как-то, вот, допустим, национально устраиваются? Сейчас я точно не скажу, какой самый ранний возраст, да, но если брать именно национальные соревнования, то есть самые маленькие, они там соревнуются уже там 3-4 года там, с родителями. Да, да, внутри клуба, между клубами. Чемпионаты первенства Норвегии, точнее, да, вот, честно говоря, я не помню. Я попробую уточнить и рассказать. Но не очень раннее начало. Да. Более того, норвежцы категорически не приветствуют участие
в разнообразных юношеских играх там, или юношеских первенствах команда не посылается. То есть ты, если у тебя есть желание, ты можешь там, за свои деньги съездить, конечно, но государство начинает финансировать только начиная с юниоров. Юниоры и выше уже взрослый спорт. И более того, переход в более старшую возрастную группу, да, там, скажем, успешному юноше, там, казалось бы, который здоровее всех на голову и хочет выступать по юниорам, это тоже не приветствуется и во многих федерациях напрямую запрещено. Ну, вы скажете, ну, это же какой-то элемент несправедливости, да, он же должен сильными соревноваться, расти и так далее, но в этом есть очень здравый смысл. Здравый смысл заключается в том, что так сохраняется талант спортсмена, не выжигается в ходе вот этих разнообразных там первенств Европы среди юношей или юношеских олимпийских игр или так далее. Посмотрите, в России принципиально другая ситуация. Вся система выстроена на то, чтобы выжать все соки из наших талантов. И многие тренеры получают в детско-юношеском спорте доплаты за там первенство России, медали там, за какие-то медали с этих юношеских каких-то игр, за выполненные разряды, звания. И происходит так называемый форсаж. Зачастую, кстати, и с использованием запрещенных методов и веществ. В итоге, при переходе во взрослый спорт, да, мы, Россия, доминирующая почти во всех юношеских чемпионатах, там, первенцах, мы в итоге получаем такой провал, системный провал, который заключается, что уже все резервы выжаты из спортсменов, и дальше уже расти достаточно тяжело. И вот одна из мер, да, которую я вот ратую и давно уже, так сказать, призываю перейти, как в свое время было в ГДР. То есть детский тренер, который заложил хорошую базу спортсмену, который его сделал профессионально, какой-то кругозор ему дал и сохранил его силы, чтобы он стал там, чемпионом Европы, мира или Олимпийских игр, он в этот момент получал доплату. Две трети от доплаты взрослого тренера, если помню, как ГДР было устроено. То есть это очень здравая идея, и доплаты за первенство России там, по юниорам, по юношам, они в принципе не нужны. А вот если действительно детский тренер в России вложил свою душу там, и уберег вот этот талант, его выпистывал до вершин мирового спорта, логично ему давать определенные блага, но сейчас фактически система с ног на голову построена. Так вот, Норвегии, да, вернусь, Норвегии как раз берегут таланты и избегают их вот такой чрезмерной соревновательной эксплуатации вот в таком нежном возрасте, когда еще психика не закалилась. Одна из ключевых структур, если уже переходить к более профессиональному, элитному спорту, это олимпиатопинг. Вот это, пожалуй, единственная государственная структура, которая занимается элитным спортом. То есть в рамках этой системы платятся стипендии спортсменам, тестирование осуществляется и некоторые другие важные функции, о которых я сейчас скажу, чтобы вы осознали, ну, насколько это гениальное было изобретение норвежцев, вот создание такой структуры. Ну, я уже упомянул, что олимпиатопинг платит стипендии своим спортсменам, да, и размер этих стипендий, он не меняется, то есть сейчас я специально позвонил своим товарищам в Норвегии, уточнил, сколько там стипендия А, стипендия Б. Стипендия А, их всего 50, около 50 стипендий на все летние и зимние виды спорта. Ну вот вы видите, здесь у нас представлены лыжи, ланрен, биатлон. Всего вот можете посчитать, сколько человек получает эти стипендии. Конькобежный спорт, ну и некоторые другие. Всего, кстати говоря, финансируется, по-моему, 5 командных видов спорта, причем из них 2 паралимпийских. Хоккей на вот этих санках и еще один, не помню, да, 4 кёрлинг финансируется, мужской, причем только государством, вот с этого источника. И женский гандбол, если правильно помню. Так вот, стипендия А – это всего 13 тысяч евро по текущим курсам. Это 120 тысяч крон норвежских. В год. Причем, чтобы получить стипендию А, вы должны выиграть золотую медаль Олимпийских игр или золотую медаль чемпионата мира.
Да, только в этом случае вы получаете эти деньги. Но по норвежским меркам я скажу, 120 тысяч крон – это ну, достаточно скромный источник. И с учетом, что цены там, в принципе, достаточно суровые. И причем тратить эти деньги можно только на спорт. И там мои спортсмены, да, которые там на стипендиях стояли в клубе, они там на сборах там собирали там чеки с магазинов, чтобы как-то там это монетизировать и там хотя бы заплатить аренду там на квартиру там или бензин автомобиля, да, в то время, когда они живут у себя дома. Стипендия Б, ну и стипендия А, она 3 года гарантирована человеку, то есть 2 года стипендия А, если он результата не показывает, он еще год стипендию Б получает 60 тысяч крон, в 2 раза меньше. То есть стипендия Б просто медаль, либо какое-то очень успешное выступление там, в Кубке мира, это пополам эти средства делятся, да, 60 тысяч крон. И стипендия У 70 тысяч крон, и, да, это для перспективных юниоров, которые переходят во взрослый спорт. Это существенная поддержка. Такой механизм, такой своеобразный транзита из юниорского спорта во взрослый. Но эти средства, да, они ну, не закрывают, так сказать, всех потребностей спортсменов в подготовке. И фактически многие из них, как ни странно, да, и даже не обидно для российского спорта, являются любителями. То есть работая где-то там в магазине, в офисе, в коммуне, там на 50-25%, они осуществляют успешную спортивную подготовку. Ну, это одна из моих любимых спортсменок, это Тирилл Эков, 2-кратная олимпийская чемпионка. Она вела свою подготовку на 50%, работая в коммуне Транхейма, то есть не получая ни копейки вот от государства, ну и плюс там финансируясь там из каких-то частных вот этих локальных спонсоров. То есть можете себе представить, биатлон это такой достаточно дорогой вид спорта и сложный в плане экипировки. Вот эта винтовка, которую там, представляете, сколько надо там мороки ее там через таможню проходить, там организовывать там все вот эти перевозки. Да. Да, да. Вот я уже упомянул, когда про клубную систему говорил, что вот в атмосфере тотальной любви к спорту, ну, для спортсмена более-менее высокого уровня, да, национального уровня, найти локальных спонсоров нетрудно. Ну, Петер Нортуга, у него там контракт там, на несколько миллионов долларов там, с ежегодной с вот этой сетью Куб, если я правильно помню, ну, это сеть супермаркетов. И, но таких, как, ну, понятно, у Бьерндалена, там, Мэрит Бьерген, у них там даже есть агенты, которые занимаются этими вещами. Но в основном это локальные спонсоры, то есть мелкие компании, которые считают своим долгом там, как-то поддерживать и финансировать своих там, соотечественников в той или иной форме. Но вот это настоящая на самом деле работа. Вот я, вот, может быть, кто-то из вас или ваших знакомых планирует стать профессионалом, вот как это устроено в Норвегии, возможно, вам будет интересно послушать. Что значит, я говорю, это настоящая работа. Спортсмен садится на телефон после тренировки и обзванивает такой огромный Excel-лист, прям я смотрел, где там вот этот список всех компаний и контактов. И представляется, я такой-то, такой-то, призер чемпионата мира. Вы не заинтересованы, чтобы там организовать со мной сотрудничество? Нет, ну извините, да, там. Ага, заинтересованы? Да, давайте, как вас устроить такое? Да, и вот он часто там обзванивает вот эти все фирмы, там галочки ставит, кто там заинтересован. Потом там с ними встречается, встречаясь там, тоже тратит свое время там, на фотосессии или там, на какие-то вечеринки эти корпоративные там ходят или какой-то там логотип там обсуждает, куда там прилепить там, на свою клубную или национальную форму, если это разрешается в федерации. Ну, на Олимпийских играх, как правило, не разрешается, но там на разного рода коммерции или кубках мира, как правило, там более либеральные правила по этим логотипам. А спортсмены не жалуются по этому поводу, что вот мы вынуждены вместо того, чтобы там тренироваться, искать спонсоров. А кому они будут жаловаться? Ну как, жаловаться там, интервью, там, ну, наши спортсмены наверняка очень быстро знают, что это нас там никто не поддержит, мы вынуждены. Да, понимаете, вот наши спортсмены, вот при всем уважении к
любому труду, в том числе к труду спортсмена, не будучи спортсменами мировой элиты, начинают такие жалобы достаточно рано, да, там, уже там, встав там, на зарплату в регионе, устроившись куда-нибудь в «Локомотив» или «Динамо», и уже там получают там-сям деньги, они стенают, что вот там всего там нам оплачивают 5 сборов, там, а надо бы там 6, экипировка нам всего там 7 пар лыж покупают они. То есть, и когда начинаешь рассказывать, что тут вот есть ситуация, когда олимпийским чемпионом можно стать, ну, фактически из своих доходов, то это воспринимается как такой удивительный феномен. Да? Более того, некоторые истории я слышал, да, о том, что спортсмены брали в долг, уходили с работы для того, чтобы выиграть медаль чемпионата мира и, получив спонсоров, отбить вот эти все затраты. То есть представляете, что это такое? Какая-то вера в свой талант, какая-то вера в свою подготовку, когда, ну, фактически рисковать там, потерять все, там, дом, там, закладную, да, там, еще что-то. Это совершенно другой уровень мотивации, совершенно другой уровень взгляда на мир и на свое место в этом мире. Не когда там все вокруг тебе должны, а когда ты сам и в спорте, и в жизни вот пробиваешь себе дорогу. Я не хочу сказать, что эта система, она лучше, да, и мы давайте вот мы там всех повыгоняем там с зарплаты регионов там, или с «Динамо» там разгоним, потому что ЦСКА-то фактически... И вот эта система армейского спорта, она после реформ господина Сердюкова практически перестала существовать. Раньше там это была вся элита российского спорта, а сейчас там осталось там, ну, горсть буквально спортсменов, горсть по сравнению с тем, что было. И вот такого рода реформы, они, конечно, не идут на пользу, но то, что сейчас фактически, вот смотрите, вот этот спортсмен в «Динамо», да, который там бежит там раз в год по мастеру, а все остальное время там прозябает где-то без всяких амбиций там выйти на мировой уровень. Ведь это вы его оплачиваете, и я его оплачиваю. И почему я с удовольствием буду оплачивать людей, у которых есть амбиции, талант там, бороться там, на мировом уровне, там, да, может быть, они сейчас у них уровень недостаточный, чтобы там медали брать, но тем не менее. Я и там лично готов там краудфандинге участвовать или там налоги платить на них. Но почему я должен содержать вот этот, так сказать, извините меня, массовку? Вы знаете, нет. То есть там, в принципе, вот этот рынок труда тренеров, он такой неразвитый. То есть если в США там это такая мощная инфраструктура, там даже специальные сайты создают, уже такой самоорганизация, да, идет вот этих услуг по продаже планов, по сопровождению там спортсменов. В Норвегии этого нет. То есть там, в принципе, не принято платить тренеру, да, то есть это либо тренер на добровольных началах работает, либо ему платит там тот же Олимпиатопин или федерация. То есть очень мало оплачиваемых тренеров. Даже в клубах, как правило, тренер там на 0,5, ставки 0,25 устроен. То есть его задача не столько быть персональным тренером, хотя и это тоже, но сколько организовывать уже, собственно, клубные тренировки, там, собирать всех, там, трассу готовить, ну и так далее. Ну, а ты же был на контракте в клубе. Да. Да, я был на целой ставке, да, это по норвежским миграционным законодательству, то есть это единственная возможность для россиянина. На полставки там невозможно получить вид на жительство, разрешение на работу, то есть... Мне удалось пробиться в эту систему и отработать 2 однолетних контракта. То есть это... И похвалюсь, то есть вот на своем посту я как тренер добился лучших результатов в истории скандинавского ориентирования. То есть это такой был шок. Сначала, когда я там появилась новость о том, что подписали со мной контракт, там пошли там в интернете там на норвежском, да, русские все на допинге, да кого вы берете, там, знаете, там, тролли начали там обсуждать там. Но потом как бы результаты все расставили по местам, и вот, ну, мои спортсмены, они добились, ну, таких лучших результатов, да, то есть пока это никому не удалось повторить. Дело в том, что, ну, вот, если 2 слова про ориентирование сказать, это феноменальный вид спорта, да, очень здоровый, интересный. И мой ученик, с которым я работал, Магне Дали, но он не родственник того Бьорна,
Бьорна Дали, да, то есть, ну, там одна буква Е там на конце по-другому пишется его имени, фамилии. Он был успешным лыжным юниором. Он выиграл ни много ни мало у Тари Бьо. Он фотографию показывал на чемпионат Норвегии по юниорам выиграть. Ну, в лыжных гонках вы понимаете, что это что-то такое запредельное, да? И тем не менее он ушел из лыжных гонок, он предпочел, и сейчас он один из ведущих ориентировщиков мира, предпочел ориентирование. Он сказал, мне атмосфера больше нравится там. В лыжных гонках больно вот это, знаете, такая, как сказать, ожесточенная, что ли, атмосфера, нет такого, ну, единения, что ли, как вот, скажем, десятиборья, да, там, в легкой атлетике, то есть, когда они там после финиша там друг друга обнимают и радуются, в лыжных гонках там более суровое это отношение между людьми. Так вот. А много нанимают иностранных? Это практика норвежцев, практика, которая себя оправдывает. То есть они охотно нанимают иностранных тренеров. Дело в том, что, когда, понимаете, я спрашивал, вот в чем причина, как вы, маленькая Норвегия, можете выигрывать большую Россию, да, там в Ванкувере, вы же помните, какое там катастрофичное выступление России было и феноменальное выступление Норвегии. Мне сказали так, вот сколько у вас в России тренеров по лыжным гонкам, которые могут готовить спортсменов мирового уровня? Ну, я подумал, сказал, ну, десятка-два точно наберется, вот, которые в состоянии подготовить высококлассного спортсмена. А у нас сказали 2-3 человека. Это в национальном виде спорта. То есть, и почему? Ну, потому что там, представляете, у человека есть там хорошая, отличная работа, там стабильная. То есть тренер же, это же такой перекати поле. Я помню, я там сумку там иногда вообще не распаковывал. Приеду, там сумку не разбирая, там уже там через 3 дня новый сбор там или соревнования. То есть это жизнь суровая, она нравится не всем. А когда у тебя есть альтернатива, прекрасная работа, не каждый выберет свои специализации, скажем, лыжный тренер, элитный лыжный тренер, да, там, или элитный тренер там по легкой атлетике или еще по какому-то виду спорта. У них дефицит. Дефицит тренерских кадров именно международного уровня, и они охотно приглашают иностранцев. То есть это такая распространенная практика. А язык общения? Ну, у меня рабочий язык, поскольку клуб был международный, там представители 11 сборных команд мира были с разных стран, я в основном на английском общался, но и на норвежском тоже. Мне оплатили переводчик, оплатили репетитора. Ага. Ну да, да. То есть вот в ориентировании, да, почему вот я упомянул, что лучшие результаты за всю историю, есть три мега-эстафеты, клубные эстафеты. Это Тиамила шведская, Юкола финская и 25 манна, 25 человек в эстафете бежит, тоже шведская. Там число команд, ну вот на Юколе общее число участников достигает почти 20 тысяч человек. То есть, причем женских команд там 1500 или 2000, там разные, в зависимости от где. То есть, ну, представь, что такое 2000 команд на старте. То есть, это даже себе представить. И у них это национальная страсть, вот понимаете. Если для нас там, для российских спортсменов клубные старты, ну, вот скажи вам, вот ты там чемпион клубной какой-нибудь эстафеты, да, там, ну и что? А вот чемпионат мира, да, вот это, но вот, скажем, моя спортсменка Хаускин, Анна Маргарита Хаускин Норберг, которая выиграла под моим руководством эстафету Юколу, она сказала, для меня это событие более значимо, чем победа в Кубке мира. Она победительница розыгрыша Кубка мира 2008 года, для нее это, то есть они живут этим, и, конечно, в таких условиях, да, вот мне, выходцу из России, тренеру удалось свежим взглядом привнести ряд интересных новинок, которые окупились. Ну, да. А в менталитете норвежцев как отношение к олимпийским и неолимпийским видам спорта? Есть разница, там какие-то приоритеты? Потому что у нас, если вид спорта олимпийский, то все ворота открыты, а неолимпийский? Ну да, да. То есть здесь, понимаете, так же, как вот крикет там, да, где-то там в Новой Зеландии или в Австралии. То есть вроде не олимпийский вид, но это национальный вид спорта. То есть если есть у людей страсть, они не смотрят там, где там по телевизору показывают их там, когда там раз в 4 года или не показывают. В России просто Олимпийские игры воспринимаются как такое имиджевое мероприятие, как
и победы на нем преподносятся как успех страны в целом, а не отдельных талантливых людей, их там тренеров, зачастую там живущих и тренирующихся всю свою жизнь за рубежом. То есть это такое несколько искаженное представление. Да? Вот по Норвегии такого нет. То есть если вид спорта популярен, вот как ориентирование, да, там, то им занимаются и даже уходят из лыжных гонок, да, казалось бы, то есть в ориентирование. Хотя лыжи, конечно, это просто, ну, феноменальный интерес вызывает, и люди готовы следить за этими видами. Но вернусь теперь, собственно, как вот, не имея такого количества тренеров, как в России, элитных тренеров, как можно добиться феноменальных успехов? Разгадка, друзья мои, в трансфере знаний. Олимпия Топин содержит несколько кураторов видов спорта, цель которых заключается аккумуляция знаний от других тренеров, от представителей спортивной науки. Они путешествуют по всем практически международным конференциям. Если это специалист по спортивному питанию, он обязательно посетит все крупнейшие научные форумы по спортивному питанию, которые проходят в мире. Если это специалист Олимпия Топина по силовой подготовке, он обязательно будет участвовать в работе всех международных конференций по силовой подготовке. И как только какая-то крупица этого знания получена этим человеком, да, который в Олимпия Топине стоит на зарплате, он немедленно начинает трансляцию знаний по вот этой иерархии. То есть он вызывает главного тренера сборной, ему сообщает, ну, скажем, новые виды смазок, да, там северное двоеборье открыли, там. Это сразу же будет знание тиражировано в биатлон, в лыжные гонки, какой-то новый вид среднегорной подготовки, да, это будет немедленно сообщено всем видам спорта на выносливость. А уже национальный тренер, он собирает клубных тренеров, а клубные тренеры – собрание клуба. И эта информация, вот что ни случись, вот в спортивной науке, в какой-то отдельно взятой федерации, это немедленно становится, вот эти все ценные находки, достоянием, ну, практически всей спортивной общественности. И те, то есть, вот я люблю приводить пример, да, есть такой замечательный у нас тренер Каминский, который подготовил фантастических наших лыжников, Панжинского, Крюкова, Петухова, да, очень интересный, интеллигентный, сильный тренер. Но его подопечные проигрывают норвежцам. Ну, не всегда, тем не менее, вы знаете, они успешно борются, но если взять статистику, да, то норвежцы опережают. Как так вот могут тренеры не самого там мега уровня, да, выигрывать нашего выдающегося тренера, у которого такие выдающиеся таланты и все ресурсы? Он борется против коллективного интеллекта, понимаете? Наши отдельные тренеры российские, они борются против коллективного интеллекта. И в этих условиях, да, понятно, что норвежцы, проигрывая какие-то соревнования, они системно будут обеспечивать победы. Да, проиграют там, может быть, бой, но всегда выиграют войну. У нас, к сожалению, авторкирован спорт. Какой-то тренер, найдя некую находку, начинает ее там до могилы там эксплуатировать в секрете и там поделиться там с кем-то из коллег, там, а тем более там передать там свои знания федерацию. Это происходит настолько редко, что просто, ну, даже о таких случаях там, может быть, уже на руке посчитать пальцы. Второй очень сильный момент – то, что единая методология тестирования спортсменов. То есть вы знаете, у нас в Москве порядка 7-8 центров, где вы можете МПК измерить, там, анаэробный порог и так далее. И если вы обращались за подобными услугами, одни вам пишут один отчет, один протокол тестирования, другие там пишут другое, третье. Нет единой методологии тестирования. А что это дает? Вот вы протестировались в одном сначала центре, да, там в Ругувке, да, потом пришли во ВНИИВ, и вы видите рост МПК. А что такое это? Это результат ваших тренировочных усилий или это следствие того, что использовался другое оборудование, другая методика и другой протокол тестирования? А что-то, а представьте, в спорте высших достижений, ведь это статистика, которая является вот той самой силой, тем самым знанием. И норвежцы придумали такой онлайн-дневник. Сейчас онлайн-дневником, в общем-то, никого не удивишь, там и Garmin, и Polar, и там и Training Peaks, и вот эта Суонтовская социальная сеть, это сейчас уже повсеместное явление. Но в тот момент это было такое своеобразное ноу-хау.
каждый спортсмен подписывает сборной, подписывает контракт со сборной о том, что он будет заполнять все свои тренировки здесь. И причем делать это не так, как российские, да, спортсмены, которые, знаете, нет, вот это смешного очень мало, друзья мои, потому что часто там тренер, главный тренер, давай там, Вася, там пришли, как ты тренировался, Вася там сел там на коленки, там за 5 минут там накалякал там какой-то там отчет там и совершенно придуманными цифрами, чтобы от него отвязались, там послал. То есть это, ну, лишает весь смысл сбор таких данных. То есть это просто, и более того, некоторые думают, они подумают, что я, главный тренер, подумает, что я мало тренировался. Напишу-ка я, что я тренировался много, да, пусть думают, что я там. Что дает вот такой единый дневник тренировок? Кстати, вы можете тоже зарегистрироваться на английском языке, есть опция сбрасывать там с Polar, Garmin'а, есть шлюзы, сбрасывать свою информацию, смотреть там статистику. Ну, это как вариант, да, если вы там хотите попробовать. Это дает вот ту самую базу знаний. Если вы, скажем, тренер по биатлону, хотите посмотреть, как Марит Бьёргин тренировалась за неделю до Олимпийских игр, и вы, ну, авторизованы там вот в этой олимпиатопе, вы получаете доступ к этим знаниям и смотрите, как там это происходило. Вот это подводка. Если вы хотите посмотреть, как готовился Ульянар Бьёрндалин, да, пожалуйста, вы... Ну, это не каждый встречный, поперечный, да, но специалисты, которые работают в спорте высших достижений, они получают доступ в эту систему и смотрят. Норвежцы научили меня очень... Хороший урок я извлек. Открытость — это позиция сильного. Если вы хотите потренироваться с Марит Бьёргин, приезжайте, норвежцы говорят, тренируйтесь там с Петером, ну, Петер Нортух, он сам по себе тренируется, у него своя там команда, да, со всеми остальными, там, Сюнби и прочими. Нет ограничений. Вы русский, да, вот там Крюков, по-моему, ездил недавно там, да, да, то есть это открытая система. А открытая система всегда развивается быстрее, чем авторкированная закрытая система. То есть вы всегда можете получать какой-то фидбэк, обратную связь и развиваться, и становиться еще сильнее. Потому что это работает как система. Ну да, вы подсмотрите как-то. Вот норвежцы там, это, они имитацию как таковую не делают, как вот это фактически быстрый бег. Да, ну вы посмотрели это, стали это делать так. Ну что вы, после этого начнете там минуты скидывать со своих результатов. Это же системные решения. И вот эта открытость, мне она очень нравится. То есть, если там вам говорят, там норвежцы, у них там секреты, там еще там, знаете, чушь, там лаборатории какие-то. Хотя там понятно, что любые норвежцы вообще в этом смысле даже витамины не едят, если им биохимический анализ крови не покажет, что им нужно есть витамины. То есть, это, может быть, вы знаете, в России там российский мастер, да, там покупает полсумки там рибоксинов, октавигинов, там изофосфенов, неотонов и там начинает это там жить как в госпитале, там прибежав с тренировки, там ложиться под капельницу и там вопрос, тот ли вид спорта, он говорит, норвежцы принципиально другая нация, у них в принципе ничего такого нет. И даже те же американцы — это совсем другое дело, да, все фармкорпорации — это фактически вот США, там, ну, еще Швейцария, да, там в Норвегии ни одной фармкорпорации нет. Так вот, если немножко про систему тренировок, да, то есть здесь я сделаю различия для любителей, как эти знания мы можем, какие уроки для себя извлечь, и для профессионалов, поскольку, ну, здесь присутствуют, я так понимаю, большей частью любителей, но если кто-то из вас стремится в дальнейшем выйти на профессиональный уровень, то тоже будет интересно. Это пятизонная классификация, она не самая оптимальная. На самом деле, с практической точки зрения, ну вот вы видите характеристики там по процентам, по лактату, с практической точки зрения имеет смысл в видах на выносливости всего три зоны. Это аэробная зона до аэробного порога, смешанная зона между аэробным и анаэробным порогом и все, что выше анаэробного порога.
когда вы видите там в некоторых пульсометрах там, или каких-то там онлайн-дневниках, когда там 7 зон, 12 зон там, этой нагрузки, это никакого физиологического обоснования они не имеют. Это просто какая-то вот условность совершенно. Ну и норвежцы сами признают, да, у нас пятизонная модель, хотя имеет смысл именно 3 зоны. Вот видите, здесь жирными чертами они как бы так выделены. Вот одна зона, вторая, третья. Они разбиты на 5. Но так сложилось традиционно. И в чем вот эта традиция? У них уже просто накоплена информация, ну, за 20 лет фактически. Разумеется, это дает определенные плюсы. Как распределена нагрузка вот у элитных спортсменов? Когда ученые стали анализировать в этот феноменальный массив данных, они увидели, что у всех практически успешных спортсменов в видах спорта на выносливость. Вот Ингрид Кристиансен, феноменальная спортсменка, там, победительница 4-кратного лондонского марафона, чикагского марафона, 4-кратная рекордсменка мира. У нее, кстати говоря, личный рекорд на полумарафоне, вот держитесь, 1 час 6 минут 40 секунд. То есть это позволило бы не потеряться даже сейчас, да, хотя она там в конце 80-х годов у нее там карьера была. И что мы видим? Мы видим, что вот эта зона 1 и зона 2, они доминируют в структуре ее подготовки. И вот гребля, лыжные гонки, биатлон, совершенно одинаковые закономерности были выявлены. То есть, если посмотреть процентное распределение числа тренировок, то это так называемая поляризационная модель. В отличие от, ну, условно, советской системы, где большая часть, львиная часть тренировочных нагрузок идет в смешанной зоне. То есть это достаточно суровые тренировки, и фактически спортсмены элитного уровня в этих тренировочных зонах, в смешанной тренировочной зоне, вынуждены терпеть, ну, практически каждый день. То есть норвежская поляризационная модель, она принципиально отличается. Львиная доля времени проводится в аэробных тренировках, и это дает сдвиг метаболического характера, то есть в сторону жирового метаболизма. А, собственно, скоростные тренировки, да, очень жесткие скоростные тренировки, я там пару слайдов покажу, какие именно протоколы используют именно норвежцы, они дают, собственно, сдвиг формы. Но эта модель, она прекрасно себя зарекомендовала. Вот, кстати говоря, рекомендации Utholnet. Это по-норвежски выносливость, кстати говоря, вот этот последний справочник по выносливости. Его можно скачать, читать без проблем. То есть, ну, норвежский, да. Ну, знаете, если уж там рядовой житель Швейцарии говорит на 4-5 языках, то чем мы глупее и почему мы не можем говорить на 4, хотя бы на 3 языках, да. Это рекомендации по распределению нагрузки в разных зонах. Ну, вот я же сказал, 5 зон, вот это 6, 7, 8 зоны, это уже там такие короткие ускорения, там, которые 8, это уже предельные ускорения, они очень короткие по характеру. Это распределение, да, сколько по времени тренировка занимает, ну, тут вот до 10 часов в первой зоне и больше 70% от суммарного вот этого недельного времени, да, там набирается. Здесь давайте я лучше акцентирую внимание на сути процессов, да, а не на вот конкретных цифрах. Дело в том, что вот такая модель, она работает очень хорошо на элитных спортсменах. Но применительно к любителям, особенно на любителям начинающим, поляризационная модель работает не так здорово. Почему? Ну вот представьте, вы, скажем, занимаетесь там, первый год тренировками, да, и вам надо выполнить там 80-90% ваших тренировочных нагрузок ниже аэробного порога. Значит, вы фактически должны ходить пешком, да, там, или очень-очень легким бегом там трусить. Но так, а свои тренировки, да, вы должны делать развивающего характера, скоростные работы, вы должны делать там очень жестко, да, выше анаэробного порога. Но сколько вы сможете, будучи новичком первого года, сделать очень жестких анаэробных тренировок? Там, ну, там, если говорить интервалы, да, там, ну, вы один интервал пробежите, может быть, да, там, может быть, там,
полтора даже интервала. Но дальше вы скатитесь все равно вот в эту зону. Поэтому для новичков, для любителей вот эта пороговая модель, она вполне оправдана. То есть, да, бегать там, это, кстати говоря, мнение не только мое, а Стефана Сейлера, который, собственно, основоположник поляризационной модели, который один из первых увидел вот эти закономерности. Да? Интересный, колоритный человек, недавно выступал в Олимпийском комитете. Вот. Но после того, как мастерство спортсмена вырастает, тренировки вот в этой зоне, они становятся чересчур стрессовыми. То есть, когда на высоком уровне, да, надо бежать, там, допустим, по 3.30, все ваши кроссы, 3.30 минут на километр, да, там, если говорить про элитных марафонцев там, российского уровня, то это требует пороговая модель. Да. То есть, у него, там, скажем, аэробный порог там, 3.40, а анаэробный порог там, 3.10. Да. Он, получается, вот представьте, в этой вилке должен бегать все свои кроссы там, по 3.30, по 3.20. То есть, это сопряжено с большой выработкой гормонов стресса. И если вы там, да, можете без проблем эту модель практиковать, там 5 тренировок в неделю, ну, не проблема, там по 40 минут там, или сколько, то для элитных спортсменов это уже становится чрезмерно, а плюсы от тренировок в пороговой модели, они, в общем, не такие большие. Поэтому поляризация, она для элитного спорта, видов на выносливость, она вполне оправдана. И это как раз является краеугольным камнем, да, спецификой норвежской, если угодно. Ну вот пару слов, ну, без больших комментариев, про интересное исследование Эспен Тонесен. 12 олимпийских чемпионов в лыжных гонках в биатлоне, это еще до Сочи, вот их сводная характеристика. Феноменальный НПК, это у женщин 72,9, 85,1 это у мужчин. И тренировочные объемы 775 часов. У мужчин 760 часов, у женщин. То есть это достаточно много, но я бы не сказал, что это там чрезмерно много, да, если так вот по большому счету. Дальше это распределение. 92% обеспечивает, собственно, тренировки на выносливость. Из них вот эти два столбика, это лыжи, темные, синие, нижние основания, и роллеры, это светло-синие. Посмотрите, пожалуйста, вот очень важный для нас с вами, принципиально важный вывод о том, что специфическая лыжная нагрузка присутствует круглогодично. Но вы скажете, как летом там обеспечить лыжи, то есть это есть снежная труба, есть глетчеры, куда там они выезжают кататься, то есть даже в мае, даже в апреле, в июне, в июле, вот в эти месяцы, казалось бы, они все равно обеспечивают нагрузку, вот эти основные рабочие мышцы. Почему? Только те мышцы перестраиваются, которые принимают участие в работе, которые принимают участие в нагрузке. Если мышцы не работают, они не перестраиваются. Это краеугольный камень тренировочной методологии. Поэтому, если вы хотите расти, да, в спорте, для новичка можно бегать там, плавать, бегать на лыжах, на велосипеде, и выходить, и неплохо там бежать для себя там марафон или 10 километров или еще что-то. Но по мере роста мастерства должна происходить вот такое заужение средств и переход к специфике уже. То есть, если вы планируете круто выступать в марафонах или триатлонах, то в структуре ваших средств подготовки должно, естественно, занимать львиное место именно те соревновательные упражнения, которые вам помогут. Бегают они много, естественно, но вот этот бег, тоже я здесь хочу комментарий очень важный сказать, совсем не тот кроссовый бег, под которым привыкли, может быть, вы понимаете. Пойду кросс побегу и там по дорожке в парке, там где-то вы там пошли. Вот что такое кроссовый бег в Норвегии. То есть это некое направление в лесу, через болото, там упавшие деревья, там что-то там, скалы, там, ну, совершенно невообразимо выглядит. То есть я вот скажу так, я в 2010 году, когда попал первый раз в Норвегию, я достаточно давно занимался ориентированием и считал себя крепко подготовленным любителем. Я 10 километров бежал за 31.50. И в Тронхейме я 100 метров не мог пробежать по вот этой местности. Я просто умер. Вот знаете, силы как будто так, выключатель, я
ноги подкосились, и я прекратил бежать. То есть 100 метров я не смог бежать. Настолько это тяжело. И понятно, что и лыжники, и биатлонисты, и легкоатлеты, и там, и, само собой, ориентировщики, они вот этот бег используют постоянно. И почему такие феноменальные МПК, да, вот если посмотреть, потому что такого рода бег, это обеспечивает феноменальную вот, и силовую подготовку, и в том числе прорабатывает аэробные механизмы для спортсменов. Да. Ну вот так выглядит распределение тренировочных объемов в структуре цикла. По этим олимпийским чемпионам вы видите, здесь такое снижение идет прогрессивное, начиная с декабря, когда, собственно, соревновательный сезон наступает. Ну, по зонам также. Вот некая сводка. 2-3 высокоинтенсивные тренировки в неделю. То есть для, на самом деле, многих российских спортсменов большая проблема, они перепахивают. Это тренировочные средства Бента Скари, великая чемпионка, 46-кратная победительница этапов Кубка мира, 5-кратная чемпионка мира. И здесь вот это ее число МПК. Посмотрите, как изменилась ее подготовка. 18 лет, да, и в те годы, когда она там 28-29 лет, когда она вышла на пик своей карьеры. Что изменилось? Тренировки выросли по своему объему, да, почти до 800 часов в год. Но выросли за счет чего? За счет тихого аэробного объема. То есть даже вот эта зона, зона 2, да, которая близко к аэробному порогу, она уменьшилась. Тоже красноречивая характеристика. Ну и вот это некое резюме, да, я позволю себе не зачитывать. Посмотрите. Я недавно сравнительно разговаривал с Грушиным Сансечем, нашим известным лыжным тренером, который подготовил сколько олимпийских чемпионов. Ну, там на двух руках надо считать олимпийских чемпионов, да. И да, он там ушел в середине 90-х годов, в конце 90-х годов с тренерской карьеры. И только сейчас, в прошлом году, его привлекли в качестве консультанта лыжной сборной. То есть вот он вернулся как бы на эту. Так вот, он показывал свои данные, как он там тренировал там, в Виальбе там, и так далее. Это выглядит очень-очень похоже на вот эти вещи. То есть разные тренеры в разных странах, но каким-то интуитивным путем. Ну, норвежцы более научно, системно, да, вот это анализируя, обобщая и транслируя знания. В нашей стране кто-то приходит из опыта, интуиции. Все равно к этой вершине идут тренеры. Почему не делают? Да, ну, потому что современный спорт, он живет в мире иллюзий. И принято считать, что нужно много пахать для того, чтобы добиться результата. То есть это вот есть такая иллюзия. Нужно много тренироваться. Но никто не понимает, что нужно, ну точнее, мало кто понимает, что нужно тренироваться умно прежде всего. А потом уже много и в нужные моменты. Это много должно быть и в нужные моменты должно быть жестко. Я сам видел, как Марит Бьёрген тренировалась. То есть вот как вас вижу. Да, то есть... Совершенно. У нее, если по плану легкая тренировка, вот она и едет спокойными, размеренными движениями на лыжероллерах, никуда не торопится. То есть, потому что у нее в плане легкая. Она ни с кем не зарубается, понимаете, как там это. Вот мы там зарубились, да, по плану была легкая тренировка, но мы зарубились, и у нас там это в итоге пульсы там такие, что там тренер там за сердце хватается. Зачем вот так? Я уже сказал, что в принципе вот для начинающих любителей, и вот как я, допустим, да, я сейчас уже ушел там от всяких этих своих амбиций таких больших и просто бегаю для здоровья. Нет проблемы мне, допустим, 4-5 раз в неделю бегать вот в пороговой зоне, да, по 40 минут, сколько я там тренируюсь. Но, как сказать, здесь очень важно обеспечить обратную связь. Любое, вот тренерское искусство в чем заключается? Я могу написать вам десяток планов вот буквально за 10 минут. Вот для каждого из вас, вот вы будете подходить, я буду писать 10 планов. И они будут красивыми, без конфликтных механизмов, все там с друг другом, там одна тренировка вытекать из другой. Но это просто бумажка, это не тренировочная программа. Тренировочная программа, когда я начну спрашивать с вас,
всякие ортостатические пробы, вариабельность сердечного ритма, ваше самочувствие, мышечные боли, смотреть пульсограммы, смотреть план факт, как это, и начну корректировать, приспосабливать тренировки для того, чтобы подобрать тренировочную программу максимально эффективную, максимально индивидуализированную. Вот это будет, ну, тренерская работа, а не написать какой-то план и там требовать его неукоснительного выполнения. То есть обратная связь, неважно. Вот я поборник такого индустриального подхода, да, вот мои спортсмены, они обвешаны там самыми новейшими там гаджетами, даже там в олимпийских командах не всех есть там вот оксиметры разные там, которые с мышц снимают информацию, вот там новейший вот этот Garmin не успел появиться, я уже там купил и так далее. Но есть не менее успешные тренеры, которые используют только свою интуицию и опыт, да, но они анализируют, что происходит с спортсменом. Ага, да, там вот у тебя блеск глаз, там потух или цвет кожи, там, но это на самом деле тоже такая информация, она несет определенный смысл. И после этого они уже принимают решение: давай-ка лучше отдохни сегодня, да, там, или давай там завтра там сделаем такую тренировку вместо такой. То есть суть тренерской работы, да, именно в этом, не в том, чтобы написать на листочке план, а в том, чтобы сделать очень правильные, нужные коррекции и в конечном счете выработать ту тренировочную программу, которая подойдет вам или вам, и будет способствовать прогрессу. Ну и последние три слайда, да, это силовая подготовка. Силовая подготовка для норвежцев – это ноу-хау. В современных видах спорта на выносливость – без этого просто никуда. То есть, если даже вы посмотрите Альберта Салазара, недавно я беседовал с Анной Альминовой, которая целый год у Альберта Салазара, так и посчастливилась попасть под его руководство, тренировалась. И она, вернувшись, сказала, что у Альберта Салазара, ну, кто не знает, это тренер Мафарах, величайший, да, стайер, который таких результатов достиг, Гален Раб, один из немногих белых, который выбежал из 27 минут 10 тысяч метров, и ряд других известных спортсменов. Так вот, сам понимаете, это я не считаю. То есть, если человек хорошо сам себя тренировал, очень редко это переходит в очень, ну, в великого успешного тренера. Почему часто гениальные спортсмены, они настолько, как сказать, так же, как и гениальные ученые, да, почему среди них мало успешных преподавателей, они многие вещи, схватывая на лету, они не могут объяснить вот это, ну, простому человеку, спортсмену, который, может, не так гениально одарен. Но бывают и исключения. Да, вот Салазара и великий спортсмен, и великий тренер, можно так его назвать. Да. Так вот, вернусь, у него специальный человек, который занят только силовой подготовкой. И причем для каждого из спортсменов свой комплекс силовой подготовки. Норвежцы идут тем же самым путем. Они для каждого, есть в Олимпиатопене специальные тренеры. Да? Я, кстати, смотрел, как Тереза Юхаук тренируется. Это совершенно другой комплекс тренировок, хотя на том же самом, казалось бы, этапе подготовки. Почему? Потому что Марит Бьёргин, да, там плечами шире меня, и у нее такая фактура вся. А Тереза Юхаук – это совершенно другая конституция, и ростом, и все, она меньше. То есть под каждого спортсмена Олимпиатопен, тренер по силовой подготовке, предлагает свой комплекс тренировок. И это дает очень существенный плюс. Почему? Ваши возможности тренировок на выносливость всегда лимитированы. Вы всегда выходите на некое плато, да? Но силовая подготовка, она практически безгранична. То есть есть такая книжка, в свое время произвевшая фурор, «Глян или глоток свободы», может быть, кто-то из вас читал, про «Глян или глоток свободы», про детскую колонию, которая, кстати говоря, матросов там вышел. После такой колонии там и там на амбразуру ему было не страшно. Совершенно жуткие там вещи рассказывают. Так вот, главный герой этой книги, он 5000 раз приседал. 5000 раз приседал, можете себе представить? Да, без перерыва, просто вот брал и резервы силовой подготовки, они безграничны. И это ведь только, так сказать, один элемент, силовая выносливость. Там есть максимальная сила, взрывная сила, гипертрофические протоколы и разные их там комбинации. Норвежцы впереди планеты, я это абсолютно точно скажу. И для них это ноу-хау, самое настоящее.
Есть своя специфика в интервальных тренировках у норвежцев. Вот любимый протокол, да, это 4-6 минут по 4-6 раз по 4 минуты, очень жестко, через 3 минуты. И сводка, вот эта сводка, опубликованная на сайте Олимпиатопина, по каждой из зон нагрузок, ну я уже сказал, 5 основных зон, и вот эти 6, 7, 8, это уже там такие короткие совсем ускорения. Вот. Для каждой из зоны тренеру, спортсмену здесь есть информация. Оптимальное число повторов, оптимальная длина интервала, оптимальный отдых между этими интервалами. Вот это классические норвежские протоколы для разных зон нагрузки. Но, скажем так, для любителей, в принципе, можно прогрессировать или там для детей без интервальных тренировок. Интервальная тренировка – это такое более острое средство, и пока там не исчерпаны возможности там фартлеков, каких-то легких полутемпов, я бы даже вообще не прибегал к интервальным тренировкам. Поэтому, но у любителей число повторов просто меньше на самом деле. И, естественно, вы там попробуйте, выдержите там 8 раз по 8 минут через 2 минуты отдыха, да, там, это очень, я вам скажу, сурово такое сделать. Понятно, любителей просто число повторов меньше, а иногда и пауза отдыха больше. Контроль ЧСС обязательно, это краеугольный камень, и лактат. Лактометры, это тоже охотно широко используются норвежцами, но в России, кстати говоря, лактометры почему-то вот не прижились, их пытались там использовать, но без особого успеха. Подводка здесь скорее интересна профессионалам, да, которые ну, серьезно занимаются спортом, уделяют львиную долю своего времени. И поясню почему. Дело в том, что если вы тренируетесь 4 раза в неделю, да, как я по 40 минут, а потом спрашиваете тренера там, или консультанта, как мне подвестись там, к соревнованию, вот я скажу так, не надо подводиться. Подводка, суть ее в том, заключается в том, чтобы устранить остаточное утомление и использовать плюсы от вашего уровня подготовленности. Но если вы тренируетесь 4 раза в неделю по 40 минут, от какого остаточного утомления? Да, ну хорошо, сбросьте по 20 минут там, на подводке там, тренируетесь. Вы только уровень детренированности свой повысите. Другое дело, спортсмены элитного уровня, которые впахивают там, по 10, 12, 15, 16 часов в неделю. Да, у них накапливается существенное утомление, и в дальнейшем на подводке, там, как правило, 2 недели, там, иногда 3, иногда 10 дней, они сбрасывают существенно свой объем нагрузки и выкатывают вот один из протоколов, вот я здесь написал, как двухфазная вот эта подводка идет у норвежцев, уже выкатывают на пик формы. То есть для спортсменов-любителей заморачиваться и прям вот переживать, как мне подвестись, не надо. Надо тренироваться, да, на протяжении долгого времени. Это ключ к успеху на вот таком любительском уровне. А за неделю до марафона достаточно на самом деле хорошо отоспаться, там, минимизировать какой-то стресс там, на работе, и этого уже будет достаточно, чтобы пробежать и выполнить то, что вам нужно. И последний слайд. Это психологическая подготовка. То есть это на самом деле то, что, к сожалению, в России является колоссальным резервом, причем резервом на всех практически уровнях подготовки, практически во всех видах спорта. Поясню. Дело в том, что многие спортсмены в России тренируют активно физику и технику. Но то, что происходит у вас между ушами, особенно в условиях вот такого колоссального стресса, да, на Олимпийских играх, чемпионатах мира, оно тоже нуждается в тренировках. И норвежцы проводят там в среднем 1,5-2 часа в день, закаляя свою психику теми или иными аспектами mental training. Вот в Олимпиатопине есть специальные тренеры, которые разрабатывают вот эти программы, индивидуализированные программы по психологической подготовке, и которые позволяют закалять психику. Вот
что самое интересное, норвежцы, они непробиваемые, вот психологически, да, вот что ни случись там, в завал попал там спортсмен, палку ему сломали там, и еще что-то, вот вывести из себя там, заставить его сломаться там, ну, не, почему? Один из секретов – это так называемый стресс-менеджмент. Он заключается в том, что, а, делаются стресс-тренировки, когда, скажем, вы едете на в подъем, как это важная, ответственная скоростная тренировка, вам тренер говорит, твоя палка сломана. Что делать, да, там можно там… Отбрасывается палка, у спортсмена нарабатывается готовая программа поведения. Стресс – это наша реакция на ситуацию, для которой нет программы поведения готовой. Если сейчас будет землетрясение, да, и среди нас нет МЧСовцев, как мы отреагируем? Либо впадем в ступор, либо там начнем метаться, что-то делать неадекватные действия. МЧСовец, он либо там в дверной проем встанет, либо побыстрее побежит на выход, будет действовать адекватно ситуации. У него есть готовая программа поведения. Также и в спорте. Если у человека есть на каждый стрессовый фактор своя программа поведения, отработанная на тренировках или, что важно, отработанная в визуализации, там, в расслабленном состоянии или там, на тренировках, прокатываются все сценарии, прорабатываются сценарии развития событий. Когда эта ситуация встретилась, уже есть готовая программа поведения. Вот такой пример из эстафетных гонок. Собираются норвежцы в кружок, да, и обсуждают. Я там, допустим, участник первого этапа. Я начинаю говорить. Я выхожу на стартовую линию, стартую. Если в отрыв начинает идти малоизвестный спортсмен с какой-нибудь там Словакии там, или еще, я держусь основной группы. Если в отрыв начинает уходить там швед, я там начинаю плавненько возглавлять погоню, плавно-плавно к нему пытаться подтянуться, не пытаясь рывком там закрыть. Если там все топчутся, никто не хочет выходить вперед, я там перестраиваюсь, выхожу вперед, давлю, там, работаю в своем темпе. Второй этап. Если я принимаю эстафету первым, то я продолжаю работать в своем ритме, так-то, делаю. Если я принял эстафету с отрывом от первого места, не кидаюсь в погоню, а делаю свою работу так-то, плавно подтягивая, закрывая этот отрыв. То есть вот, что вот это дает? Это дает понимание тех тактических ситуаций, которые сложились, и готовые программы поведения, как себя вести. Не так, как а, где мой свой, ой, какой проигрыш, и там кидается, там отыгрывать этот отрыв, наедается на первом же подъеме, там, и потом в итоге еще проигрывает не вместо там, одной минуты, проигрывает три минуты в итоге после своего этапа. То есть, ну, эти вещи кажутся, ну, вроде, да, я говорю, кажутся очевидными, да, надо это проговаривать, надо, чтобы тренер вот этим занимался, курировал, координировал, но это принципиально важная вещь. Ну, стресс-менеджмент лишь один из аспектов, ментал тренинг, там есть ряд других вопросов, там целеполагание и вопросы, связанные с мотивацией, и вопросы, связанные с управлением своими состояниями, эмоциональными в том числе. Всем этим занимаются норвежцы, и это позволяет им быть одной из сильнейших спортивных наций в мире. И нам с вами есть чему поучиться, на самом деле. То есть у нас вообще никакой практики психологической подготовки не доводится в принципе. Но если говорить прыгуны в высоту, то они занимаются достаточно давно, еще с Фосбери, там, начиная, они в свою практику ввели вот эту визуализацию, да, то, что называется. То есть они вот там, вы видите, как он там мысленно там этот руками, там, как-то там ногами, это прыжок делает, и потом только начинает разбег делать. Да. Но кто-то какие-то сборные отдельные приглашают психологов, кто-то успешно, кто-то менее успешно, но это настолько фрагментарно. Вот подавляющая часть спортсменов, они вообще об этом не задумываются. Понимаете, когда вот начинаешь беседовать, да, вот особенно в спорте высших достижений, ведь это там в секунде, да, там в секунде там несколько человек залазят там, между там победителем и там десятым местом порой там просто считанные секунды. Это все важно в спорте высших достижений. И игнорировать такой колоссальный резерв, как психику, ну, это непростительно. А это сейчас и происходит фактически. А
Ну, первая причина — специалистов нет, литературы как таковой нет. То есть у нас же очень неплохие были спецы, там тут же Алексеев, да, там и некоторые другие, там Киселев. Но так получилось, что вот во время безвремения, да, у нас вот такая вот выжженная земля осталась. Биохимики, биомеханики, физиологи, физиотерапевты, спортивные психологи в одночасье разъехались по всему миру. Там Канада, Израиль, Германия, Саудовская Аравия, Австралия и так далее. И у нас образовалась такая выжженная земля. То есть, и да, есть сейчас там и психологи неплохие, и физиологи там-сям, и, но это как бы единицы. То есть вот такой массы, да, там критической, как, скажем, в СССР была, или как там сейчас, скажем, в, я не знаю, в тех же там, в Катаре, да, которые там купили. Раньше они натурализовывали спортсменов, а теперь они начали покупать спортивных ученых. То есть там фактически весь цвет там, физиотерапевтов, биомехаников они скупили и создали уникальный комплекс «Аспитар», который сейчас там просто кузница кадров. Тот же вот прыгун в высоту катарский, да, откуда он вообще из ниоткуда взялся. Да, да, Башмир, по-моему, кажется, его фамилия. То есть причина системная, понимаете, не в том, что... ну, первое, люди... даже восприятие само, да, ты занимаешься психологической подготовкой, я же не псих, да, у меня там это, то есть люди воспринимают это как, ну, знаете, там вот там лечь там на кушетку там и что там психологу там рассказать там о своих там страхах, проблемах там, то есть, но спортивная психология — это несколько другие вещи себя включают, хотя и работа со страхами тоже, ну, конечно, не в такой форме, не в форме психотерапии. Они сами активно участвуют в исследованиях. И если в нашей стране так получилось, что исследования, финансируемые там Минспортом или Олимпийским комитетом, они заканчивают свою жизнь в виде там отчетов, да, там стопки листов с грифом там для служебного пользования, да, которые где-то там оседают, какой-то федерации послали, какой-то нет, но в Норвегии это обязанность публиковать эти вещи. И, но у нас такое требование никогда не будет. Почему? Потому что руководство полагает, что мы профинансировали, да, там, какую-то разработку, это же наше, это же там родное. И, ну, в каком-то смысле оно так и есть. Я не думаю, что там система кардинально изменится. Но, отвечая на ваш вопрос, да, вот по спортивной науке, они занимаются сами научными исследованиями. Вступают в международную коллаборацию, публикуют статьи, но вот так же, как и мы, иногда придерживают. Вот эта же публикация по олимпийским чемпионам, она уже была опубликована после Сочи. Хотя норвежцам была доложена еще там летом там, 2013 года. Да. Ну, а я рассказал ее уже там позже. Ну, они обеспечивают развитие вида спорта. Это же общественная организация, так же, как у нас в стране. Федерации. Кто-то воспринимает, что у нас спорт государственный, но у нас такое своеобразное... ну, как сказать, чудной феномен. Фактически федерации — это общественные, а финансируются зачастую, даже легкая атлетика, Минспортом, да, на 100%. Ни одного частного спонсора, ни одного, можете себе представить. И, то есть, если что-то происходит, какой-то конфликт там, ну, с биатлонной федерацией, помните, там были, там, они хотят, там, упразднили должность главного тренера, Минспорт ничего сделать не может. Почему не может? Напрямую, нет рычагов. Это общественная организация. Общественная организация управляется людьми. Там президент этой федерации, там какой-то исполнительный орган или общее собрание, да, которое там принимает решение. И это несколько такая странная ситуация. Но в Норвегии федерация, да, она там формирует национальную команду, она там ищет спонсоров там, и так далее. Кто-то более успешно, кто-то менее успешно. Но государство там финансирует их достаточно скромно. Скромно. Да, есть определенный вклад государственных финансов тем же лыжникам, биатлонистам, но вклад этот такой не очень большой. То есть федерацию без спонсоров в Норвегии представить — это просто немыслимо, это, ну, как-то нонсенс. Да, то есть вы... это будет платно или бесплатно? Да, это платно, то есть вы платите членский взнос. Взамен этого вы пользуетесь заявкой на соревнования под эгидой этого клуба, и вы пользуетесь доступом к инфраструктуре клуба, там, каким-то тренировочным возможностям этого клуба, консультации там, тренера, если вы там, ну, более-менее мастеровитый человек. То есть можете членство в двух клубах, да, допустим, в клубе по легкой атлетике или там, по
лыжным гонкам, если они не такие моноклубы, да. То есть и дальше уже вы развиваетесь в рамках этих клубов. Там порядка, там, я не помню, вот, честно говоря, типа 500 крон, что-то типа этого. Там, курс сейчас 8 рублей за крону. Вот. То есть, ну, не очень большая. Ну, в годовом исчислении это такая, в общем, не очень большая сумма. И львиную долю доходов клубов составляют не членские взносы, как локальные спонсоры, и самое главное, источник доходов проведения соревнований. Там Васалопит или там вот для Халдена это Гринсрита, самая крупная в мире маунтинбайк гонка Стрёмстад Халден, где там принимают участие, по-моему, то ли 5, то ли 6 тысяч человек на маунтинбайках. То есть для кого-то это национальные чемпионаты, национальный чемпионат, он как бы мигрирует там по клубам, там один год в одном месте, другой в другом, и тот клуб, которому выпадает счастье его организовывать, он поднимает там, зарабатывает, да, на этом средства и радуется жизни. Но лучше всего, когда у тебя есть какая-то коронная гонка. Вот это еще одна из функций Олимпиатопина, то есть там, как это сказать, facilities, да, оборудование, да, если так выразиться, и специалисты, физиотерапевты, которые заняты реабилитацией спортсменов. Я скажу так, в Швейцарии, на мой взгляд, одна из лучших спортивных медицин. Там просто феноменальные ресурсы и специалисты, но Норвегия одна из передовых стран тоже. То есть возвращают спортсменов после травм очень быстро, грамотно, и надо только туда обратиться и начать лечиться. Да, это, кстати, отдельное направление? И это общее? Нет, это часть Олимпиатопина, часть подразделения Олимпиатопина. Но это если мы говорим о элите, а если любители, клуб, они же тоже травмируются там? Ну, вот такой пример приведу. Моя хорошая знакомая, Анна Хауген, Анна Юльсрут Хауген, у них такие интересные традиции, да, такие имена, не как у испанцев, конечно, когда там имя, фамилия, там, титулы, длиной товарный пояс, но тоже такие сложные системы образования фамилий, имен. Так вот, она специалист по в такой, ну, назовем это, региональной клинике, специалист по протрузии позвоночного отдела, поясничного отдела позвоночника. Она специалист вот в этой сфере, и в год она 5-6 международных конференций, будучи, ну, простым вот региональным врачом, да, там не, даже не национального уровня, 5-6 международных конференций, там Каир, Австралия, там Штаты, ездит, вот, повышает свою квалификацию. То есть, ну и еще такой нюанс. Медицина до 10 тысяч крон для человека, она платная. То есть вы за прием у врача, за каждый анализ платите. Если ваши расходы медицинские превысили 10 тысяч крон, ну, неважно, вы работаете по контракту, как я там, этот вид на жительство, или вы норвежец, все, что выше 10 тысяч крон, бесплатно.